Полное описание и точно дата выхода 13 и 14 серии нового сериала «Стражник». 13 и 14 серии сериала выйдут на НТВ 4 апреля. В новых сериях мы увидим, как Борисоглебский хочет верить, что Михаил не убийца. Выясняется, что записи разговоров в ноутбуке кто-то стер, а доставщик пиццы пропал. Его объявляют в розыск. Эдик соглашается открыть папки в компьютере матери. Там черная бухгалтерия и видеофайлы встреч Оксаны с конкурентами. Доказательств причастности Царева-старшего к криминалу нет, и его выпускают из СИЗО. Руслан посылает Царева в дачный поселок, где видели сбежавшего доставщика пиццы. Михаил оказывается там чуть раньше. Когда Борисоглебская с операми появляются там, все выглядит так, как будто Михаил хочет убрать свидетеля. Михаила приводят в дом Оксаны на следственный эксперимент без понятых и прокуратуры, нарушая закон. Царев обезвреживает оперативников и сбегает, поскольку только на свободе сможет доказать вину Руслана. Борисоглебскую отстраняют от дела. Шелест получает от Руслана наводку за фирму, которая собирается перевозить партию алмазов. Охранять будет кентавр, фирма Николая Царева. Михаил сообщает отцу, что Оксану мог убить Руслан, и предполагает, что Шелест может вывести на него. 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 4 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.